Всем привет! Я тут решила занять Ливсика одеялом. Он у нас любит такие вещи, поэтому пусть он себе развлекается. Там Томочка со стеной скандалит во всем, а Ливсик занимается одеялом. Томик, а что ты там такого скандального увидел? А, Ливсик решил с внутренней стороны попробовать. Ну, давай. Ты пытаешься его в клетку затянуть? Тебе в клетке не хватает одеяла? Уже ж вроде бы лето, Ливсик. Лето. Уже не холодно. И Томочка наблюдает. Что вы тут делаете? Ну что, как тебе одеялка? Раздражает? Счастливая птичка. Ливсик, играйся. Ну что я могу тебе сказать? Затягивай в клетку. Будешь кубловить. Угу. Гнездо делать будешь. Материал для гнезда. Правда, самки нет. Да, кря, нету самки. Ты что там делаешь? Зелень, что ты там делаешь? Что, мой мальчик? Что, мой хороший? Что, мой мальчик мой? Ну. Что? Тебе тоже дать одеяло? Ты же его будешь бояться. Что, Лисик? Там еще Алиска развлекается. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки. Спасибо вам за просмотры. Пока!